Недалеко от моста, через Мутрицкий кальон, старый город, есть очень интересное место. Два названия у него: Орлиное гнездо и Лебединое озеро. И доходя до него, 100 метров, кстати, находится вот такой вот симпатичный фонтан и статуя или памятник кому-то чему-то. К сожалению, информации в интернете об этом месте не нашел. Но вот это, в принципе, вид с тыльной стороны орла, который сидит как бы наверху вот этой вот горы. Ну, вот это наше с вами Лебединое озеро. Спускаемся вниз по такой вот симпатичной лесенке. С правой стороны, я так понял, должен быть как быть каскадный водопад, но в силу каких-то причин он не работал. Почему, не знаю. Хотя, как мы видим, все побелено, покрашено. По идее, и водопад тоже должен был быть в рабочем состоянии. Ну, говорится, что имеем, то имеем. Водопад должен был быть симпатичным. Здесь находится с левой стороны, это уже когда спускаю к озеру, источник питьевой воды. Я лично пробовал, вода, скажем так, для питья подходит, пить можно и не бояться. Само Лебединое озеро обладает кристально чистой водой. Ну и здесь есть свой лебедь-хранитель или ангел-хранитель, как правильно назвать, который плавает и очень, скажем так, тщательно следит за порядком. Это вот домик, где он живет. Ну, место, скажу я вам так, очень даже такое спокойное, приятное, с такой аурой, да, можно посидеть, полюбоваться на хозяина этого места, в честь которого и названо это место. Вода, посмотрите, прозрачная, просто прозрачная, как стекло. С этой горы, я так понял, несколько источников воды, поэтому все они заведены, вот эти источники, в такие небольшие водопадики. Летом, кстати, можно разуться и пройтись босиком по вот этому водопаду, фонтану, скажем так. Ну, а наверху находится непосредственно сам орел и внизу Орлиное гнездо. Поэтому, как бы, почему этого места два названия? Ну, вот это, в принципе, там второй хозяин этого места, но он не живой, к сожалению, да, и здесь тоже, по идее, должен был быть источник воды. Через озеро перекинут мостик, кстати, называется еще вот вывеска «Ромео и Джульетта», но почему-то время нашего визита был один Ромео или была одна Джульетта, без пары, почему, не знаю. Ну и судя по замкам, это место, центральное место для свадебных фотосессий и для молодоженов. Тем более здесь вот такая вот книжка металлическая. Но мне больше всего высказывание понравилось. Where is the love, there is a life. Держи, где любовь, там жизнь. Махатма Ганди, автор этого действительно приятного высказывания. Ну и чуть дальше, с левой стороны там такие еще небольшие фонтанчики, ну и находится с правой стороны такой большой-большой зонтик, опять же, в жару очень приятно посидеть в этой скамейке.